Вы говорили в самом начале философии «Ачинтья Пхета Абхета Татве», и очевидно, что преданные должны хорошо ее понимать и систематически изучать. Как построить систему образования в ятре? Система образования в ятре есть уже, ну, как такие уже типовые, да, наши, ну, академические разработки, методики в Исконе. Можете пользоваться ими, можете спросить уже в больших ятрах, как это делают, как преподают бхакти-шастры, как ученик в Искон, там есть материалы. Только не думайте, пожалуйста, в процессе образования, что все можно понять. Мы изучаем непостижимые вещи. Помните об этом. Они всегда будут непостижимы. Не так, что вы получили диплом бхакти-шастры, и теперь вы все знаете. Нет, ничего подобного. Что-то знать, что-то мы должны знать. Для того, чтобы выбраться отсюда. Что-то нужно знать. Все знать невозможно. Кришну познать до конца невозможно. Просто нужно развивать с ним отношения. То есть образование не предназначено для всезнайства. Это ошибочное представление об образовании. Образование, оно означает, что мы становимся вечными слугами Кришны в итоге. Вот об этом человеке можно сказать, что он получил образование правильно. А тот, кто говорит, я все знаю, я прошел то-то, то-то, он невежествует. Пока не станет слугой Кришны вечным.